Всем привет, с вами Самовар Тайм, меня зовут Маргарита. Согласитесь, очень важно поддерживать общение с покупателем. Самый простой и действенный способ – это использование вопросов. Существует три вида вопросов. Первый – открытые, второй – альтернативные и третий – закрытые вопросы. Открытые вопросы позволяют покупателю дать развернутый ответ. Здравствуйте. Здравствуйте. Чай выбираете или кофе? Кофе. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой чай предпочитаете? Вы знаете, я люблю какой-нибудь фруктовый или ягодный. Желательно черный. Есть такие у вас? Да. Здесь они присутствуют. Ага, спасибо. Альтернативные вопросы помогают покупателю сориентироваться в ассортименте и сделать выбор. Даже не знаю, какой выбрать. Может, вы мне что-нибудь посоветуете? Может быть, вам зеленый попробовать? Не знаю. Даже не знаю, какой чай выбрать. А какой вы бы мне посоветовали? А вам нравится чай классический или с добавками? Я с добавками люблю. Что тогда могу вот такой порекомендовать? Он с добавками, да? Mm-hmm. Ну, добавки тогда идем. Закрытые вопросы помогают уточнить информацию и понять, правильно ли мы поняли гостя. Чай будете брать? Даже не знаю. Ну, значит, будете брать черный чай с добавками? Ну, я думаю, да, давайте его. Для того, чтобы общение было более естественным, а выявление потребностей более эффективным, нужно чередовать все вопросы. Не стоит задавать однотипные вопросы, они могут привести к тому, что гость будет теряться или даже раздражаться. Есть одна волшебная последовательность. Первым вы задаете открытый вопрос, затем альтернативный и затем закрытый. Давайте посмотрим на ситуацию. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас кофе тоже, да, есть? Да, оно здесь представлено. Какой предпочитаете? Я люблю какой-нибудь необычный. А с добавками любите или без? Да, какой-нибудь с добавками. Ну, например, популярный у нас есть ирландский крем, малина со сливками, виноградная долина. Давайте мне ирландский крем. Можете оценить его? Да. Мне нравится. Что значит такое насыпать иранский крем? Да, давай. Такая последовательность вопросов показывает нашу заинтересованность в гости, и он захочет возвращаться к нам в магазин вновь и вновь. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Ставьте нам лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!